для грусти действительно нет повода, ведь сегодня здесь отмечают юбилей. Да еще какой. Чистовской школе исполнилось ни много ни мало 130 лет. Школа пережила большую историю. Были разные здания, разные условия. Во время войны школа не закрывалась. Вот. И я уверен, что школа будет развиваться, будет давать хороший результат, потому что школьные годы любым человеком всегда вспоминаются с теплотой, с добротой. Любовь длиной в жизни. Учитель начальных классов Любовь Павловна Малыга проработала здесь 53 года. В ее трудовой книжке лишь одна запись с наименованием «Чистовская школа». В свое время мысли о смене работы были, но любовь к учебному учреждению оказалась сильнее. Такие мысли были, конечно, но всегда сдерживала то, что я привыкла к этой местности, привыкла к коллективу, потому что Чистовская школа – самая лучшая школа из сельских школ. Коллектив чистовских учителей – тоже самый лучший педагогический коллектив, который, ну, я думаю, другого больше такого хорошего нет. В этот день она, конечно, поздравляет свою школу, как и ученики, родители, почетные гости. И какой же юбилей без подарков? В следующем году в школе открывается центр естественно-научной направленности. Это федеральный проект. И вот в следующем году он открывается в Чистовской школе. Мы отремонтируем два кабинета новым оборудованием, робототехникой оснастим. Так что поздравляем! Почетные грамоты и подарки получил весь педагогический коллектив. Поздравили их и депутаты-единороссы. Татьяна Одинцова передала самые теплые пожелания по видеообращению. Хочу пожелать всем здоровья, педагогических проектов, удачи и хороших выпускников. С юбилеем, дорогая Чистовская школа! Полина Бахова, Олег Кривоножкин, телекомпания «Одинцова».